Стоит как-то Фридрих Ницше у прилавка и думает, какую половину рябчика взять, переднюю или заднюю? Вроде бы хочется отождествить акт поедания птичьей плоти с зарождением мира, с началом чего-то прекрасного. А с другой стороны, в задней части есть вкусные ноги, хотя это закат и омрачение. А может, вдоль его разрезать? Озадаченного философа заметил продавец и поспешил поинтересоваться, о чем тот задумался. Ницше поделился своей бедой, на что продавец ему ответил: ваша теория стройна. Она отражает объективную реальность и согласовывается с современными взглядами философов. Однако истинная суть мироздания состоит в том, что рябчиков половинками мы не продаем.